откуда будете, если не секрет? С Харькова буду. Понятно. Может, вопрос у вас интересный есть? На какие темы беседуете? Да, но я тут для такого, чтобы чисто вот до меня как бы... Извиняюсь, можно перейти на мат? Не понял, что не можно? Будете против? Перейти на мат, вы не будете против? Нет, не буду против. Хорошо, я вот просто для того, чтобы меня как бы доебались, вот, а я как бы в ответ начал рассказывать. Вот. Я могу вам скучно. Задать вопрос, да. Вот смотрите, где-то 3 года назад в Фейсбуке была движуха о переименовании Московского проспекта. Как вы думаете, его стоит переименовывать или нет? Бессмысленно. Не понял. Бессмысленно. Да, нет, дело в том, что как раз смысл есть. Он абсолютно не соответствует географии. Я считаю, что, допустим, Московским проспектом нужно назвать северную часть Сумской от парка и южную часть Белгородского шоссе. Тогда он будет соответствовать географии. А данный проспект Московский современный идет на Салтов. Там причет Москвы. Нет, по-моему, как раз Московский, он идет Ленусовка, но не сходит на нее. Он идет на восток, чисто строго на восток. На восток, да. Да, на восток. А на Московский на Москву должен идти на север. То есть как Белгородский. Да, имеет смысл. По идее, это Московский проспект нам нужно назвать северную часть Сумской от парка и южную часть Белгородского шоссе. Так. А Московский я лично переименовал, например, проспект Деникина. Там, или проспект Александра Второго, например. Ну, имеет смысл, но вы сами понимаете, что понимаю, зачастую что да, исторические да, названия не соотносятся да, к географии. Да, я понимаю, потому что тогда, может, когда в 17 веке на Москву ехали кружным путем, не было прямой дороги, сначала ехали по Московскому, потом заворачивали, вполне возможно и так. Это вот исторический мотив как раз против переименования. Ну, понятно. Кстати говоря, вот я считаю, что строительство второй линии метро... Если вы знаете, вдоль Московского проспекта это была ошибкой. Нужно было сразу на Салтку строить вторую линию, а не третью. А там, потому что эта линия полностью убила пригородное движение на участке Харьков-Балашовский-Лосево. А могли бы облагородить пригородное движение, пустить электрички с частотой метро раз там 8 минут, сделать солидные платформы, как вот в Москве сейчас МЦК, допустим. Было бы очень, так сказать, креативно, я считаю. Вы как считаете? Да, на самом деле, я бы сказал, что поднять проблема с положением линии, потому что синяя ветка, вот вторая линия, понимаю. Ну, честно скажу, я не силен в истории, но она действительно довольно неудобна, поскольку она только касается, скажем так, спального района Салтовки, но при этом глубоко в нее не заходит. Нет, и больше синяя ветка, это же Салтовская. Я говорю про красную ветку, которая вдоль Московского проспекта, вторая очередь. Первая очередь была до завода Малышева, а вторая очередь уже до ХТЗ пошла. Да. Вот, ну и потом еще такой пролет. Понятно. Пролетарская. Ну ладно, ваше мнение понял. У вас есть ко мне вопросы? Может, появились какие-то? Да, в целом нет. Но на самом деле я просто чувствую, что мне будет довольно сложно с вами общаться, потому что вы подкованы в теме истории и в теме градостроительства, в которой я не подкован. То есть, ну, если мы сменим тему, то уже будет некомфортно вам, поэтому... А в какой теме вы подкованы? Ой, на самом деле, в каком теме? Трансгуманизм. Вот. Может, в музыке подкованы, в роке, нет? А вот нет, как бы вам не хотелось, но нет, внешний вид не всегда решает наши интересы. Ну хорошо, я вас понял. Если понял, всех благ, спасибо за беседу. Спасибо. Да дурака валяли. Разговаривают. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина – утилитарное государство. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один язык.
Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще. Соединенные Штаты Америки. Это федерация? Да. Вот это федерация. Ну, Oh,